Ежегодно в третий понедельник июня отмечается Всемирный день мотоциклиста. В этом году праздник выпал на 18 число месяца. Водители компактного вида транспорта стремятся обратить на себя внимание других участников дорожного движения. Сегодня мы решили узнать, как относятся пешеходы и другие водители к любителям скорости. Скажите, как вы относитесь к мотоциклистам? Отрицательно. Когда без глушителей мотора ездят. А так положительно, в смысле, если они умеренный шум создают. Угу. Вот. Как вы считаете, это вообще безопасный вид транспорта? Ну, для пешеходов, если он по проезжей части двигается, то для пешеходов безопасный. А среди автодорожников я не имею права отвечать за них. С осторожностью. Боязно, когда на машине едешь, и они вот так вот мелькают перед тобой. Как вы считаете, это вообще безопасный вид транспорта? Я думаю, нет, небезопасный. И велосипедисты, и мотоциклисты – опасный транспорт. Особенно при таком движении, какой сейчас у нас. Конечно, неположительно отношусь. Они больно пугают. Особенно, когда на светофоре стоишь, он мимо пролетит, не знаю, самолет на тебя падает. Смотришь. А это, оказывается, мотоциклист проехал. Я отношусь очень положительно. Главное, чтобы они не нарушали правила, потому что очень рискованно ездит и очень часто бывают аварии. Положительно. Как вы считаете, это безопасный вид транспорта? Ну, наверное, для взрослых людей безопасных, а для детей все-таки опасный вид транспорта. То есть я ездил 170 километров в деревню. Как я отношусь? Так же, как к себе относился, так и я отношусь. Я ничего не боялся. Насчет опасности. Ездил, вот я говорю вам, выходные на рыбалку, за грибами мотался. Из-за того, что у них глушители такие сейчас очень активно слышимые, поэтому их хорошо слышно. Если они тихие, тогда да, дискомфорт. Ну, насколько он безопасный, не могу сказать, но думаю, что все-таки опасный, наверное. И нужно соблюдать скоростной режим для того, чтобы все-таки и пешеходы, и дети у нас гуляют. Ну, а так, в принципе, нам они не мешают. Ну, если они как бы в разумных мерах, так скажем, гоняют, то есть не вот по таким проезжим частям, а где-то на трассе, например, то да. Ну, и ездят, допустим, в рамках позволительной скорости. Ну, я люблю молодежь, мне вообще-то нравится это, только бы им было безопасно. Самое главное –